В России с 15 ноября впервые вводится платный проезд по федеральным трассам для тяжелых фур. 1 километр пути обойдется для них в 3 рубля 6 копеек. Ожидается, что такой шаг пополнит в 2016 году дорожный фонд на 40 миллиардов рублей. Для простых потребителей это означает, что цены на перевозимые фурами товары вырастут. Руководство Росавтодора уверено, что рост составит не более 1%. Однако сами перевозчики прогнозируют подорожание товаров на 6-8%. Главный аргумент ведомства в пользу внедрения сбора – забота о владельцах легковых автомобилей, ведь именно на них ложится бремя по ремонту таких дорог в виде транспортного налога. Однако для простых потребителей такой шаг неизбежно связан с ростом цен на перевозимую продукцию. Ранее Министерство экономического развития предложило снизить или вовсе отменить этот сбор из-за нестабильной ситуации в экономике. Однако в итоге дорожники инициативу отстояли. Дальнобойщики в разных регионах Российской Федерации протестуют против введения сбора с большегрузного транспорта. Стало известно, что в Перми грузовики перекрыли первую полосу федеральной трассы в знак протеста. Аналогичным образом поступили дальнобойщики в Подмосковье. Колонна двигалась со скоростью 10 км в час. Акция водителей большегрузов проходила и в Чувашии. Утром 11 ноября на трассе М7 под Чебоксарами собрались около 100 большегрузов. После этого грузовики двинулись в направлении Казани со скоростью не более 20 км в час. С учетом обращений представителей бизнес-сообщества о минимизации дополнительной финансовой нагрузки на предприятия, в преддверии запуска системы взимания платы «Платон» правительство Российской Федерации приняло решение о снижении тарифа для грузоперевозчиков. До 29 февраля 2016 года включительно размер платы составит 1 рубль 53 копейки за 1 км пути. На этот период к размеру платы, предусмотренному постановлением номер 504, применяется коэффициент 0,41. С 1 марта 2016 года до 31 декабря 2018 года включительно будет применяться коэффициент 0,82, что обеспечит снижение размера платы в этот период до 3 рублей 6 копеек на 1 километр. Принятое решение позволит создать условия для сбалансированного развития транспортной отрасли в целом, отмечается в пресс-релизе правительства. Утвержденные правительством Российской Федерации периоды действия тарифов наглядно покажут обоснованность расчетов государства о том, что начало взимания платы за проезд по федеральным трассам грузовых автомобилей массой свыше 12 тонн не повлечет за собой коллапса на рынке грузоперевозок и удорожание стоимости перевозимых товаров. Таким образом, будут развенчаны мифы о негативном влиянии системы взимания платы «Платон» на рынок грузоперевозок. Тех перевозчиков, которые под предлогом понесения убытков начнут необоснованно поднимать цены, заметят сразу. Новый налог на фуры призван поддержать дорожное полотно в надлежащем виде, лишь бы денежные средства пошли в нужном направлении и не пострадал конечный потребитель. Руслан Иванов, Павел Андреев, новости Новочебоксарска.